Я считаю, что всегда нужно развиваться, несмотря на то, на каком уровне ты находишься. И если ты даже успешен в своей профессии, в которой ты трудишься, все равно нужно всегда развиваться, потому что есть застой. И самое худшее – это, я думаю, что, наверное, так скажем, быть привязанным к своим каким-то штампам, уже наработанным моментам, которые уже потом просто становятся неинтересным со временем зрителям или твоим коллегам.